Фигуристка готовится к отъезду в Торонто, а бывший наставник надеется на встречу с подопечной, с которой проработал 11 лет. Успешная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сможет уехать в Канаду не раньше середины июня, поскольку у нее имеются определенные контрактные обязательства, сообщила мать спортсменки Жанна Девятова. Ранее в апреле Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой проработала 11 лет. Новым наставником фигуристки стал известный канадский тренер Брайан Ортер. При этом фигуристка заявила, что продолжит выступать за Россию. У Жени запланированы несколько выступлений в Японии. В период с 21 мая по 11 июня впервые два уикенда намечены выступления в рамках японского шоу «Fantasy on Ice», после чего Женя должна приехать в Ногано и принять участие в специальном шоу «Олимпийцев». Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий, сказала мать Жени. Слухи о разладе между спортсменкой и наставником появились после зимней Олимпиады, которая прошла в конце февраля в Пхёнчхане. Ожидалось, что успешная фигуристка завоюет золото на соревнованиях. Однако ее обошла другая подопечная Тутберидзе, 15-летняя Алина Загидова. Медведева осталась серебряной медалью. Реакция Тутберидзе. Тренер Этери Тутберидзе заявила, что ей хотелось бы, чтобы у Медведева хватило совести прийти, подарить цветы и поблагодарить. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы. Я не знаю, сказать спасибо – это первое, а второе, к сожалению, в общем-то, это будет ситуация для меня уже не новая. Я встречалась со своими спортсменами, которые уходили», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. «Не верю». Реакция на уход фигуристки Медведева Тутберидзе. Ранее Медведев поблагодарил Тутберидзе в своем заявлении, которое было опубликовано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, и сообщила, что продолжит выступать за сборную России.